Итак, давайте. У нас очередной гость в студии — Елена Викторовна Абрамова, нотариус города Красноярск. Елена Викторовна, доброе утро. Доброе утро. И как Наталья говорит, с наступающим вас сразу. Спасибо, так. Вас тоже. Да, это всем приятно людям. Что такое? А ты думаешь? Мне нравится тоже наступающим. А что за ирония в голосе? Не обращайте, пожалуйста, внимания. Мы, как всегда, хотели с вами разобрать какую-нибудь такую непонятнейшую тему. Либо, ну, вообще, ну, главное, чтобы она была практичная. Вот доверенность, тема доверенности. Раньше, вот давным-давно, писали доверенность вот от руки и не заверяли ее нотариуса. Она же имела какую-то силу, доверенность. А сейчас так же можно, да, и что использовать сейчас? Ее? И сейчас, на сегодняшний день, бывают доверенности, которые нотариально удостоверены, и доверенности в так называемой, в простой письменной форме, которые составляются. Ну, я вас, наверное, удивлю, но скажу вам, что подавляющее большинство, конечно, доверенностей выдается в простой письменной форме, потому что, как правило, то, что касается сферы предпринимательской деятельности, то есть все юридические лица, подавляющее большинство своих доверенностей выдают просто за подписью руководителя, ну и если это предусмотрено законом, в некоторых случаях прикладывают печать организации. Вот. Ну и физические лица тоже же выдают доверенности в простой письменной форме. Ну, как вы вот сейчас сказали, на управление автомобилем, да, доверенность, это очень известно, вопрос. Что она, если там нет других каких-то полномочий, она в простой письменной форме. Ну и так в простой жизни вы тоже сталкиваете каждое физическое лицо. Вот, например, вы открываете счет в банке, как правило, там всегда можно непосредственно в самом банке в простой письменной форме оформить доверенность на какую-то какого-то близкого вам человека, которому вы доверяете, который мог бы быть вашим представителем, распоряжаться счетом этим или какие-то другие юридически значимые действия совершать. Просто мы почему об этом вспомнили, что у нас законодательство с 29 декабря изменится в этой части, потому что ранее, до этого, на сегодняшний день, порядок отмены доверенности, которая выдана в простой письменной форме, он отличается от доверенности, которые выданы были в нотариальной форме, когда нотариально отменяют доверенности. Вот. Если вы доверенность отменили у нотариуса, то об этом в силу закона уведомлены все заинтересованные лица уже на следующий день. Это очень делает безопасным гражданский оборот, потому что считается, что все действия, которые совершает лицо на основании доверенности, если третьи лица, перед которыми доверенность выдана, и это само лицо не поставлены в известность о том, что доверенность была отменена, то они действуют добросовестно. И если вы доверенность отменили, то вы уже не можете предъявить претензии, так скажем, ну, житейским языком назовем это, к той сделке, которую они совершили. Вот. Так, я так понимаю, что доверенность можно отменить, и нотариат, он всех информирует об этом, да. Что она уже, да, действительна. Значит, в чем будет функция нотариата состоять? На портале Федеральной нотариальной палаты будет вестись специальный электронный реестр, в который будет вноситься сведения об отмене таких доверенностей, которые были совершены в простой письменной форме. И любое лицо, которому была предоставлена доверенность такая в простой письменной форме, прежде чем вступить в какие-то правоотношения с представителем, будет иметь возможность круглосуточно, совершенно бесплатно зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты, открыть этот реестр и посмотреть, есть ли там сведения о том, что доверенность отменена. Ой. Если таких сведений нет, то можно считать, что он, представитель действует добросовестно, и третьи лица не уведомлены также об отмене этой доверенности. Вот, что повышает гарантии безопасности, так скажем, этой сделки и тому подобное. Может, тут есть какой-то момент, о котором вы хотели бы нас предупредить, я не знаю. Обычно в моменты вот перемен каких-то есть какие-то нюансы, которых люди не сразу понимают. Могут столкнуться с этим, да? Да, да. Или тут все как бы, ну, все понятно. Или тут... Ну, я бы хотела еще пояснить о чем, что в связи с тем, что заработает такой реестр, люди,
как граждане, так и представители юридических лиц, которые вступают в какие-то контакты с контрагентами по доверенности, могут обращаться к нотариусу для получения соответствующих документов в виде выписки из этого реестра, для того, чтобы в дальнейшем, если будет какой-то спорный момент по этому вопросу, у них были доказательства того, что именно на сегодняшний день, на день заключения договора, в этом реестре никаких сведений об отмене доверенности не было, и, соответственно, они не могли быть уведомлены о том, что заключают сделку уже с ненадлежащим лицом, которого полномочия прекратились. Елена Викторовна, говорим вам огромнейшее спасибо. Держите нас в курсе, держите нас в тонусе. Стараемся. И вам, уважаемые телезрители, рекомендуем, пожалуйста, не совершайте лишних действий. Есть специалисты, лучше к ним обращаться всегда. Благодарим Елену Викторовну Абрамову, нотариус города Красноярск. Приходите к нам, да, чтобы мы были всегда, как говорится, вооружены. Спасибо вам, что пригласили. Да. Ну, а я... Пошла на новости.